Итак, всем приветики, ребята! Я помню, вы меня просили туториал сделать, как я загибаю уши. Много кто не понял этот туториал, и сейчас я вам все объясню. Ну, видео мне тут дофига лагает, но вы не обращайте внимания. Так, делаю скриншотики, быстро отсюда выхожу. Реально очень лагает. Теперь заходим в это приложение и идем вырезать детали. В моем случае только голову и уши. Ну, я просто делаю вам туториал на сгибание ушей. Поэтому тут целую анимацию делать вам не буду. Ух, вот наша оторватая голова лисы. А теперь возвращаемся опять к этой голове и удаляем уши. Все. Теперь еще раз возвращаемся к нашей голове. Стираем все и оставляем только уши. Ух, вы не волнуйтесь, с моей галереей все в порядке. А теперь вы, наверное, все поняли. Ну так что? Продолжаем. Ну, теперь пока что все. Теперь переходим в приложение iLight Motion. Сдаем наш проектик. Ну все, теперь мы все вставили. И берем на ухо эффект сгибать. Вот так примерно будет у всех анимация. Но это у нас неправильная анимация ушей. Конечно же, если я буду так же делать, то у меня будет такой же. А сейчас я вам покажу, как сделать правильно. Заходим опять в это приложение вырезать. Делаем все так, как я показываю на видео. Ну, мы делаем ухо большим. На весь экран, а формат маленький такой. А теперь заходим обратно в iLight Motion и проверяем. Не обращайте внимания, у меня опять лагает. А теперь, когда мы все уставили, еще раз берем эффект сгибать. Так, надо что-то настроить. Во. Также можно сделать вторым ухом. Прикрепляем. Также лисичка кричит: верните мое тело! Ой, да ладно, ладно, вернем. Ну, это уже в следующей анимации. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.